В школах Шумерля первый школьный звонок прозвенел для 3000 учащихся. В школах города в этом году первоклассников стало больше, чем в прошлом. Впервые за последние десятилетия в школе номер 3 три первых класса. Праздник 1 сентября стал для малышей началом светлого пути по дорогам страны знаний. А на торжественной линейке в гимназии номер 8 вместе с детьми, родителями и педагогами присутствовали сказочные герои. Сюрпризом для всех стал персонаж из мультфильма «Щенячий патруль» – гонщик, который также пожелал ребятам отличной учебы и хорошего настроения. В шумерлинской школе номер 3 активно реализуется всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». В торжественной обстановке 12 учащихся получили золотые, серебряные и бронзовые значки ГТО.